диски, что ли, есть? Похоже, вы готовы сразиться с зомби, отлично провести время. Удачи и цельтесь в голову. Спасибо, Гошанчик. Так, не понял. Шеф на связи. Конор. Хотел писать. Или писать. Бля, наверное, писать. Ну, писать это тупо будет. Как мне написать? Или писать? Бля, ну ладно, пойдем писать. Лично я. Мою первую ночь нахождение снаружи вызвало странное чувство. Быть здесь в полном одиночестве настораживает. Короче, я бы не думал, я просто отсюда бы подудонил бы вниз. И все, я бы не пошел в туалет. Это полная хуйня, зачем ходить? Так, стоп, я не понял, у меня горшок есть или что? Так и можно. Ох, ебать, нассал бы на кого-то. Ловите снизу. Ебать, бластером метаю просто в разные стороны. Ой. А кто там на меня смотрит, алло? Там хуйло стоит. Вы видите его? Вот. Видите? Он прям вот слева от прицела. Это не знак, это чел. Это не знак, это чел. О, какие хорошие... Вот он. Вот он, силуэт отчетливо видно. Вы чё? Вы пьяные или что? Вот текстом показываю. Левый верхний угол текста, вот. Вот на этой области. Вот прям подписал его нахуй. Бинокль, блядь. Он там его не будет сейчас. А, все еще стоит. Какой-то чертило, сука. Подглядывает. Надо какой-то зум сделать на бин себе. Так, надо его искать срочно. Фонарь, фонарь, фонарь. Не пускает, ты сотри. И что, что я за мужика играю? Хуйло пипин свой телепонил на меня. Хорошо, ребят, косяку, закатик. Там мой ёбарь сидит. Сейчас бы пивка... Прекрасная фотография. Фотографирую. Найс. Салам с Камчатки, шеф. Здорово. Здравь Настю Козлову с ДР. Настя Козлова с ДР. А, блядь! Уебан, сука! Настю Козлову поздравлял, блядь. Как дела? Вот же сукин сын. Чё ты пи***ешь? У тебя че, ебало железное? Служивает получить разрешение на кемпинг. Видишь дым к северу от своей позиции. Так. Да, вижу. Пожар высок, это не было. Ну, просто сходи проверить. Это безопасно. Будь осторожен, носи с собой свой спрей от медведей. Все будет в порядке. В данный момент никаких подробностей нет. Просто следуй по тропе и следи за любыми признаками костра или потенциальных опасностей на пути. Stay safe out there. Двое носить с собой свой спрей. И фонарик на... Ой, блядь. Гандоны, пролети, ебучие. Зажгли тут костер посреди, нахуй. Дверь была открыта.
смысле? Я ее открыл. Это в какую сторону мне хуярить-то? Где дым? Так и не увидел его. А, в ту. Вон туда. Я компас не взял просто. Да я только приехал первый рабочий день. Вот тут этот чел дрочил на меня. Чё, медведи в натуре здесь водится с колдишем энергия. 8.37. Чат, половьтесь, пожалуйста. Мне надо он сегодня что сделать будет. Если что. Говоришь, с припаром, я со спреем на... О, типов съела. Так, сейчас. Извини. Ну, это моя малышка, ребят. Она, правда, не отвечает мне ни на что. Ей нельзя написать. Я тебя сейчас посвящу, нахуй. Кто там? Ебать, очково стало. Что мне с этой информацией делать? Кто тут? Покажись! Бля, ну я костер тушу, мне похуй. Нелогично. Ну, сука, сейчас нападет же. Пока я возвращался в свою башню в темноте, я не мог избавиться от чувства, что что-то было не так. Мой разум не мог не думать о том, что могло бы произойти. Ну, вайп портится вот этими ТП, конечно. Без них было бы здорово. И намного лучше. Бля, я сейчас на распрыжке тут. Сейчас его вот так вот выкуривать буду. Полы дырявые нахуй. Понюхай, понюхай. Повезло, не было никого. Ебать, надо окна. Надо было раскрыть фон. Чё? Да не лучше, не так ли? О ком ты говоришь? Соточку блюдков, это невыносимо. Ну боже, ну дети выехали ебаться в лесу. Пикничок, или там шалаши, драханые жопы волосатых мужчин. Чё такого? Ну не дети, в смысле взрослые, ну как бы молодые люди, вот. Забавно, кстати. Молодой человек — это мужчина. Примерно 18 лет. Но молодой человек не обращается к девушке, значит, женщина не человек. Ну, исходя то, что я сказал. Ну, типа, молодой человек — это значит, к тебе обратились, типа, ты поцик. Молодой человек. Вот, а к девушке молодой человек так никто не обращается. Вы понимаете?
вот, например, типа, ты просто говоришь девушка, а если чел, то молодой человек. Не, ну это, ну молодая человек, это так никто не говорит, понимаешь? Ну это вообще ни в какие ворота не лезет, правильно, да? То есть, ну, это какая-то максимально быстрая карма. Женщины, извините, за что вы так меня наказали? Мгновенная карма, все, понял. Да-да-да, пиздился, пиздился. Нет. Что, не замечаешь в этих лесах? Я слышал от рейнджеров, что в последнее время много туристов отвлекают свой район без исчезновения тех, кто детей. Блин, в этой местности около месяца назад они прошли поход со своими семьями. Что случилось? Мы не знаем. Их родители сказали, что какой-то свист согнал их с пути. Это невероятно. Люди начали хранить слухи о том, что на территории обитают какие-то сущности. Это же безумно. Можно предположить, что слухи о том, что людей, но как-то странно все наоборот. Иногда я только и хочу, чтобы они были правы. Зачем Мич срочно пытался найти кого-то на 11-ю вышку? Тревожит. Эй, новичок, надеюсь, ты не веришь в эти слухи, да? Вообще верю. Спасибо за это. Связаться с властями, чтобы они позаботились об этом в порядке. Первым делом с утра. Мы же не можем терпеть этих болванов. Нужно найти решить забыть о том, чтобы они больше никогда не были. Будь на связи. Что-то мне как-то некомфортно стало после этого, бля. Он какую-то хуйню наговорил. И крик вроде был Кайла. Ну что это значит? Ну не отправилось сообщение. С ним спать, наверное, надо. Тем, чтобы лечь спать. Ладно, приготовим что-нибудь, забабахаем. Так. Паста! Наверное, так же это готовят. Я просто не готовил ни разу. Так, понятно. Значит, ункукет паста, мариана соус, пепперони, моцарелла, чиз. Так, музычку. Моцарелла, чиз нету, у меня только макарони. Чат, у меня только макарони, что делать? У меня еды-то нет, я вообще бедный родственник. Бля, бревна кто-то сделал, уеб... Холодильники. Бутылочку содовой достанем чисто так. Uncooked паста. Это фарш. Это чё? Пепперони. Да. Где готовить-то? Готовка осуществляется где? Вот это чан для готовки или где? Как готовить в этой игре, ёбаный? Так, хорошо. Ну я так буду все прокликивать, может что-то сработает. Бекончик? Как без бекончика? Это что? Укроп какой-то? Это что? Тоже не надо мне. Яйца не нужны. Ну это точно нет. Сейчас. Картошка. Не нужна. Что там еще надо? Дай-ка томаты. Yes. И горошек. Бля, ну это не пицца, это говно. Макароны! Бля, какая хуйня. Это ужас просто. Да, готовлю хавать, готовлю. Чё такое? Я нажаловался на их задницу властям. Ебать, красавчик, слышишь? Настучал вообще, стукачок ебать. Хорошая работа, братик. Они смогут их разыскать и дать им по рукам. Приглядывай совсем отсюда, от искренней бдительности очень подобных вещей. Говоря о работе, не вижу тот твоего имени. Спасибо. Та-ра-та-тай, кайфуем. Вапа-ду-ду-ду-вап. Да какой-то зеленый дым, видите, вот тут. Зеленоватый такой оттенок вот в этой области. Oh,
Готовится еда. Сейчас отметимся. 46,7. Нормально. А где моя вертушка? Вот она. Восемнадцать. Погода такая же. Отмечаемся. Залупа. Сколько была температура? 46,7. Это 18. Клауд. Так, отметились мы, ребята, сегодня. Оп, приготовилась еда. Ух, ебать, как вкусно выглядит. Ну что, похаваем? Не понял. И что мне с этим делать? Куда это поставить? Может, на кровать надо пожрать? А! Бля, ебать, он глину месит там, слышишь? Можно было микрофон мне в рот пихать? Как это наелся? Если я уже наелся, значит, это надо в холодильник. Ой. Молочком надо запить, блядь. Ну что, надо баньки? Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я, правда, не понимаю, зачем закрывать вышку. Типа, пусть она все время под надзором будет. Это тупо как-то. Но в целом, почему бы и нет. Что? Пока варятся макароны, мы с тобой успеваем приготовить соус. Разогреваю сковороду. Грудинку нарезаю вот такими небольшими полосочками. В это масло на сковороде добавляется бекон. Я беру небольшую луковицу. Нарезаю ее тонкими полукольцами. Вот теперь сюда добавляем лук и чеснок. А дальше брюссельская капуста. Так, все. Сейчас будет разъеб. Чат, у меня просьба, чтобы вы зафоловились на меня в Телеграме или тут. Выбирайте сами, пожалуйста. У меня кризис наступил. Я не знаю, что стримить, блядь. Все, можно спать. Мне кажется, третий день. Вот это вообще пи***.